Небо Отечества. Частичка священного пламени взята от вечного огня памятника героическим защитникам Тулы в Великой Отечественной войне. Уважаемые ветераны, дорогие тулики, сегодня очень символичный день. 39 лет назад великому славному городу-герою Туле было присвоено звание города-героя с вручением медали «Золотая звезда». И сегодня на мемориале защитникам неба Отечества наши ветераны, герои России, летчики зажгут вечный огонь. В год 70-летия Победы мы очень многое сделали для того, чтобы увековечить память великого советского народа в победе над немецко-фашистскими захватчиками. И создание этого мемориала, мы, зажигая вечный огонь, не завершается создание этого мемориала. В рамках этого мемориала будет создана книга памяти, памяти всех туликов, кто защищал нашу великую Родину, кто трудился в тылу. Это память в каждой семье, в каждом сердце. И сегодня, 7 декабря 2015 года, мы начинаем новую жизнь новому мемориальному комплексу в городе Туле – зажжением вечного огня. Я поздравляю вас всех с этим памятным днем, с Днем воинской славы, с началом контрнаступления советских войск под Москвой и освобождения города-героя Тулы. С праздником!